Ты точно в трезвом состоянии, да? Меня просто интересует этот вопрос. Нет, ну как ты и сказала, что закончится стрим, я сразу попрошу вернуть деньги. Если ты откажешься, то я подам на тебя в суд. Все-таки ты с Украины, с Киева, и мне очень будет легко выиграть это дело. Я буду Джонни Деппом, ты будешь Эмбер Хёрд, ты будешь плакать, мама будет сидеть в суде, но я все-таки выиграю это дело.